Здравствуйте, уважаемые любители мототехники. С вами снова я, Алексей Комзиков. И по многочисленным просьбам я вам хочу показать посадку моего мопеда Raptor Regal DD50E и показать сиденье этого мопеда. В прошлом видеоролике я делал неплохой обзор этого мопеда и показывал его возможности. Но сейчас, по опять же многочисленным просьбам, я хочу показать то, что габарит этого мопеда достаточно маленький. Он не выглядит как полноценный мотоцикл, но тем не менее смотрится достаточно красиво. Для меня, как для водителя мопеда, он выглядит вполне приемлемо, и сижу я на нем достаточно неплохо. Вот, так как кресло подо мной достаточно удобное, если ехать на дальнее расстояние до 100 км, то практически можно ехать и никогда не уставать. В отличие от мопеда Альфа, на котором ехать достаточно неудобно, особенно на дальние расстояния. Что же касается заднего сиденья, то заднее сиденье здесь очень маленькое, и, пожалуй, поместится только ребенок. Вот, но если на мопеде едут два подростка в возрасте где-то 14-16 лет, то они спокойно могут здесь поместиться вдвоем. Но тем не менее, так как я человек достаточно взрослый и вешу 80 килограммов, конечно, здесь я могу ездить только один. Но что я могу сказать еще? Я думаю, что для любителей мототехники, для тех, кому интересно немного путешествовать, ездить на рыбалку, ну и просто отдыхать на двух колесах, этот мопед очень прекрасно себя зарекомендовал, и я рекомендую его покупать. По крайней мере, я в нем ни разу не разочаровался. Если есть еще какие-то вопросы, я обязательно на них сделаю видеоответы. Вот, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и делайте репост.